91 950. Ну-ка, давай ты. Ты сейчас на 200 граммов больше, чем тогда после тренировки. Сейчас 148,7 будет. Здрасте. Здоровались внизу. Ну что, давай разок, не страшно. Видеоблог. Пока у меня. Нет, нога. Нет, это ноги, пока у меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы будем уже плюс 4. Ну ты сколько тогда ставил? Ну как, 4, по-моему. Нет, вряд ли. И вот я на третьей веду. Она не крутится, знаешь? Она должна выше крутиться. Она не крутится, наматывается, и потом начинает убираться. Я вам показывал как раз в магазине. На подшипниках. Вообще офигенно. Да на подшипниках не надо. Вот такой у нее просто все изнасиловали. Самочувствие? Пока живой. Пока живой. Сегодня у нас вторая тренировка из нашей программы трансформации. Вторая тренировка. Делаем все то же самое, но будет сама тренировка интенсивней, чем в прошлый раз. Дима уже понял, с чем столкнется. Он не против. Даже готов еще больше сделать, чем в прошлый раз. Так, значит, мы пока выполнили 10% от того, что нам помогает сегодня. Железо мы качать не будем. Железо у нас в дальнейших тренировках. Сегодня у нас опять же идет кардио и работа на груши. Скажи привет, Дима. Всем привет. Пока живой. Начинается уже сказываться эффективность тренировок. Дима в своей позе. Ничего страшного. Сейчас минутки две отдохнем и дальше. У нас еще полно работы. Oh.
сейчас не здесь. У Димы есть особенность. Он может заснуть когда угодно, где угодно. Даже за рулем иногда засыпает. Едет, может в сонном состоянии с Челнов до Казани доехать. Не превышая скорости. Даже при этом обгоняя какие-то машины. Или уступая. Особенно на жесткой сцепке. Да. Да. Сейчас будем делать два упражнения на статику. Готов, Дима? Все, делаем, значит, по стену. Сейчас, подожди, я камеру установлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Можешь больше? Давай, 50. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Еще? 50. Во! Сегодня намного лучше получилось. Тогда было 2 по 15, а сегодня 1 на 40. То есть прогресс уже буквально, организм показывает сам себя, что он так может. Он, конечно, организм будет обманывать. Типа, ой, не могу, давай, давай меньше, давай не сейчас. На самом деле он все может. Надо просто перебороть его. А так он все может. Thank you.
Интересный, да? Как интересно. Укромный. Вокруг. Давал. Вот так, высоко ходи. Шаги как ходи, главное движение. Я уже разогрелся. Все. Разогрелся. Можно теперь работать поглубже. Можно еще какие-нибудь боестения сделать. Как раз самое то. Чуть-чуть вздыхаюсь. Ну, потому что неправильно дышал. Вот. А так. Все. Сейчас будем работать поглубже. А так попадаем только левую руку. Вот, смотри. Сон. Oh.
Только левый. 2, 3, 4, 5, 6. По корпусу. 7, 8, 9, 10, 11. Джеб, джеб, 3 джеба. 1, 2, 3. 1, 2, 3. По корпусу. По корпусу. Бам, двойной. Бам-бам. Бам-бам делай. Не-не-не, только левый, только левый. Бам-бам. Только левый, только левый. Да. Еще 5. 1, 2. Быстро. 2, 3. Еще. И... Да, молодец. Нормально. Тридцать секунд. Восемь.
стрессе делаю. Что ты будешь У нас второй день тренировки завершился. Как сегодня самочувствие? Лучше, чем тогда? Или так же? А? Получше. Получше, да. Посмотрим. А мы упражнений сделали намного больше. Посмотрим, что ночью будет. Ну, я думаю, тебе будет тяжко немного. Но смотри, ты уже смог сделать больше, интенсивнее. А заебался так же. Или даже поменьше, да? В общем, второй день. Да. Я тоже довольно-таки уже даже начал уставать. Сегодня была вторая тренировка. Видео смотрите на моем канале и в Инстаграм. Следующая тренировка будет завтра. Завтра у меня выходной. Завтра пойдем? Да, завтра еще. Все, завтра еще придем и еще будет видео. Давайте, до скорого. Так, ух ты, у меня глаза. Надо еще взвеситься. Дима весил 147-700, а я 91-700, что ли, не помню. И сейчас посмотрим, сколько. Ну, это будет, конечно, вода. Слов нет, это мы воду слили. Но посмотрим, сколько у нас воды выходит за эту тренировку. Вот так. Так, сейчас у нас получается... Сейчас 148-500. 148-500. Кило 200, кило 300. Это как в прошлый раз. Кило 300, да. В прошлый раз так же было. Или было 48-700? 700 где-то, наверное, да. 200 грамм. Ну ладно, если каждый день по 200 грамм. Не, это просто... 10 дней 2 килограмма. Это погрешность. Ну-ка, я сколько? 91-300. Сколько я весю-то? 91. Чем-то, да? Да.